Просто молитесь сейчас. Молитесь. Just pray, pray now. Не останавливайтесь. Молитесь Богу. Don't это время pray to God. Применять силу крови Христа в те сферы, которые сегодня будет победоносны в твоей жизни. Which will be overcome today. Начинайте молиться. Молитесь. Сесть кровь Христа, пролитая за тебя, имеющая власть наступать, поражать всякий сатанинский замысел во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господа, ибо он благ.
Его своими словами. Аллилуйя! Через Сына Божьего Иисуса Христа, который Ты дал нам нашу жизнь, как защиту, исцеление, искупление, healing, redemption, через которую мы имеем доступ к Тебе, through which we have access to You, в Твою святость и чистоту.